Друзья, всех приветствую! В прошлом видео мы производили монтаж напольных плит, ну и в предыдущих видео облицовку стен керамогранитом. В этой же части мы произведем затирку санузла плюс душевой. А что из этого у нас получится, мы сейчас увидим. Поехали! Для начала сделаем разметку для крышки трапа, затем порежем по размеру и примерим. Подошло все четко. Далее мы полностью все обезжирим, после чего нанесем силиконовый герметик. Затем приклеим плитку и зафиксируем. Ну и сразу же уберем лишний герметик и тщательно вытерем. Далее мы удаляем все клинья и подготавливаем поверхность к затирке. Основной санузел мы затираем латексной затиркой. Тщательно втираем. Далее брызгаем мыльной водой и формируем шов. Как только угол подсох, удаляем лишнее, вот такой вот микрофиброй. Ну а в душевой мы нанесли эпоксидную затирку. Замываем теплой водой вот такой вот губкой. Одна сторона губки уже забилась эпоксидкой, и уже на чистую мы переворачиваем губку и замываем остатки. Где-то минут через 40 мы наносим на швы мыльную воду и формируем шов. Лишнее вытираем микрофиброй. Ну и финальная работа, надо собрать всю влагу быстро впитывающейся салфеткой. Ну и если остались какие-нибудь остатки, салфетка их соберет вместе с влагой. Ну вот и все, закончили очередной санузел. Вот так вот он полностью выглядит, но мы еще не закончили. И самое интересное еще впереди, а впереди у нас будет сборка вот такой вот столешницы. Для вот такой вот раковины. Но это вы увидите в следующей части. Это у нас будет уже шестая часть. И чтобы не пропустить самое интересное, подписываемся на канал и жмем на колокольчик. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.